Я всех приветствую на моем канале, всех, кто зашел первый раз и смотрит это видео. Обязательно, если вы не подписаны, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну а сегодня мы с вами будем писать акварелью летний парк. За мной как раз находится этот парк рядом в нашем центре города. Так что мы сегодня попишем наш парк. Итак, мы начинаем. На нашем листе уже намечены контуры рисунка. Промачиваем лист и начинаем писать. Обычно я начинаю писать со светлых мест. Небо, освещенные места солнцем. Потом начинаю прописку теневых мест. Если же мы, конечно, пишем сегодня наш парк, поэтому начинаем и намечать, где нам нужны стволы деревьев. Вот обратите внимание, стараюсь такими не заливочными мазками прописывать, а вот такими кусочками. Ну, заодно создает фактуру листьев, вот этот заросли такой вот парковый. Поэтому стараюсь именно такими прибегать мазками. Стараюсь как бы все это сейчас работать по-сырому, но как мы знаем, на улице бумага быстро сохнет, поэтому приходится работать быстро, чаще и больше набирать кисть водой. Вот. После того, когда мы наметили основные пятна наши, да, нашу зеленку, более детально начинаем уже прописку. Конечно, стараюсь сначала решить задний план. Так как видим, зеленая наша растительность, она очень сложная, потому что деревья зеленые, трава зеленая, какие-то кустарники зеленые. Каждый начинающий художник может растеряться в этой зеленке и, как бы вот вам сказать, повторять некоторые просто цвета и на заднем, и на переднем. Но мы здесь стараемся работать, конечно, в контрастность еще. То есть задний фон мы его более проще решаем, плоскостно, можно так сказать, пятнами. Ну а передние планы мы уже начинаем более детально прописывать, более как бы вот так рыхло, мазками, чтобы, как я уже вначале говорил, чтобы создать некую вот эту фактуру листьев, заросли, густоту. Намечаем тени, обязательно падающие на траве. Вот первый план, конечно, как вы обратили внимание, там у меня полянка получается. Я ее более сделал светлей, уже наметил. Она более у меня теплая по цвету, а вот задний фон, обратите внимание, он более холодный. То есть холодную зелень взял. Но так как мы знаем, что акварель с первого раза нельзя решить именно то тон, который вам нужен, иногда приходится несколько раз повторять эти места проходить. Ну, там, где мне нужно показать солнечное состояние, где солнечный свет падает, я немножко, конечно, подсвечиваю желтым цветом. Обязательно, конечно, проходим еще раз по теням, чтобы подготовить задний фон для дальнейшего проработки переднего. Более детально проходим, меняем кисть. Вначале, если обратили внимание, у меня была более такая широкая кисть, чтобы больше захватывать большие площади для прописки. Ну а сейчас я сменил на более меньшего размера для более таких небольших мазков, для более детальных работ. Вот сейчас стараюсь наметить вот эти листья, беру их более темные.
Ну, вот здесь сейчас уже, как видите, у меня уже более такая, все уже прописано, более детально. Но сейчас я работаю еще меньше кисти, где уже идет более такая прорисовка больше. То есть там мы как бы более работали такими мазками, да, намечали. Ну, а здесь мы уже прорисовываем детально первоплан, или где нужно нам подчеркнуть ветки или же листики. Мы делаем именно проработано все это. Вообще акварель, конечно, можно двумя способами решать. То есть можно более по-сырому, более такое будет пятнами решено, без проработки. Второй способ, где более мы не по-сырому, более по-сухому работаем, где более-более тщательно прорисовывается все-все-все. Но так как мы, во-первых, работаем на улице, и у нас это этюд, а этюд не имеет такого задачи более сильно проработки, мы просто передаем, во-первых, состояние природы, освещение, впечатления наши. Поэтому я здесь решаю двумя способами, по сырому и по сухому. То есть по сырому я начинаю первые, как видели, пятна намечаю, задний план и потом уже передний. Ну а более уже по сухому уже я прорисовываю, можно так сказать, кистью. Более детальная такая идет у меня проработка. Стволы там деревьев намечаю, кору прорисовываю. То есть здесь мы уже идем от таких вот детальных решений. Конечно же, наша задача, и, во-первых, правильно передать цвет, цвет тени, цвет самой зелени. Но в акварели, конечно, здесь может быть более проще, они более как бы имитированы. Создается цвет. Ну, конечно, можно и более точно, но это все зависит от вашего, во-первых, наличия красок акварельных, который бы вам бы позволял. Поэтому, если вы будете брать акварельные краски, старайтесь брать такие, в которых, во-первых, большое количество цветов, самые максимальные. Ну и старайтесь более таких хороших производителей. Ну, это питерская фирма. Есть, конечно, и какие-то итальянские фирмы там, акварели. Но сейчас не скажу, просто не помню. Но я пользуюсь питерской. В принципе, вся уже так проработка сделана, наша работа подходит к завершению. Всем спасибо, обязательно после поставьте лайк, жду ваши комментарии под видео, подписывайтесь на мой канал. Сейчас у меня появился еще мой канал на РУТБ, можете там тоже подписаться. Ссылку РУТБ вы можете увидеть, где у меня идет пояснительная часть видео. Так что всем спасибо и до новых встреч на моем канале.